Товарищ председатель призывной комиссии, призывник Сабитов Ильнар Рамильевич на заседание призывной комиссии прибыл. В военном комиссариате проходит первое заседание призывной комиссии. Простой мактаминский парень Ильнур тоже сегодня среди новобранцев. Но в отличие от многих ребят, он к службе готовился заблаговременно. Спортом занимаюсь, физические нагрузки, ежедневные тренировки, рукопашный бой, ММА. То есть целенаправленно готовились и проходили службу? Так точно. Призывник хотел бы попасть в ВДВ, и именно в Иваново, и не случайно. Та воинская часть стала родной для многих мужчин из его семьи. ВДВ Иваново предпочтение. Хочу служить в десантных войсках. Дядя там воевал, служил. Родственники из почти всех моих родственников, дедушки, дяди, все воевали. Один дед был в афганской войне, призвался. Дядя в чеченской войне был. Вот и у меня желание служить. Хотя, по словам парня, есть и еще причины для такого выбора. Нравится небо. Люблю прыжки. Всегда впечатлялся людьми, которые занимаются парашютным спортом. И поэтому сам выбрал такой же. Весенний призыв начался 1 апреля и продлится по 15 июля. За это время, согласно заданию, около 200 альметьевцев отправятся на службу в Вооруженные силы России. Выбор этого призывника пал на морфлот. Ближе к морю. ВМФ? Да. Определился с выбором и этот парень. Ему по душе войска Росгвардии. Пожелания, конечно, учитываются, но многое зависит от степени годности к службе. У многих ребят был вопрос, куда действительно их отправят. Самые смелые спросили об этом военного комиссара. Куда весенний призыв отправляют? Отправляют вооруженные силы. Раз вы просите Росгвардию, если режимная команда, сейчас режимная сделаем, значит отправлять будем Росгвардию. Все зависит от вашей категории годности. 29 марта 2022 года министром обороны генералом армии Сергеем Шойгу было дано разъяснение, что военнослужащие по призыву в горячие точки направляться не будут. Первые отправки вооруженных сил состоятся в третьей декаде мая. Сейчас комплектуются самарские воинские части, президентский полк. 3 человека отобраны именно туда. Столько же выпускников ОГНИ и КАИ попадут в научные роты. Екатерина Машенцева, Ильнур Залятов. Новости Юго-Востока.